Для выполнения катетеризации еремной вены голова пациента должна быть повернута в противоположную сторону. Шея слегка разогнута. Находят точку, расположенную в верхушке треугольника, образованного двумя головками грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Пальпаторно определяют сонную артерию и смещают ее медиально. Иглу проводят латеральные артерии под углом 30 градусов к поверхности шеи в направлении мамарного соска. При этом производится постоянная аспирация до идентификации вены. Шприц отсоединяют и через просвет иглы проводят гибкий проводник на 4-5 см за конец иглы. Иглу извлекают. Место пункции расширяется дилататором. По проводнику в вену устанавливают катетер. Проводник удаляют, повторно аспирируют кровь для контроля положения катетера. Подсоединяют инфузионную систему или заполняют катетер гепаринизированным раствором. Фиксируют катетер к коже лигатурами.